Вот мы сыграли концерт, все счастливы. Вот посмотрите, пожалуйста, на штаны, штаны барабанщика. Здесь делают чай уставшие артисты. А где наш звукоинженер? Вон там, вон там. Заходи. А мужик порвался. А что ты делал? Собирал твои клавиши. Вот это энтузиазм. И о чем ты мечтал, когда в песочнице играл? Вот, и в этом театре играет группа Freestyle. И сейчас мне дадут бит. Дайте бит. Это театр города Ровно. Скажите, почему тут в центре так неровно? Мы едем, повсюду реклама. Я не знаю, что происходит. О, мама. Кажут, что у нас в країні немає газу. Між тим, в кожному дворі є така будочка, на якій написано «Вогненебезпечно. Газ». А дивіться далі, тут є Форнетті, і Беретті, і Портетті, і Мететті, і Феррарі. Може це я в Італії, а ніякому не рівному. Жми на педалі, ми їдемо прямо, зараз поїдемо на радіо. Ми їдемо що? Далі. Вдягнулися як на параді. Тролейбус, сумні люди, всіх запрошую на концерт. Він стопудов буде, квитки розкуплено, реклами немає. Оце українське шоу-бізнес, це вам не Гаваї. Холодно, но... Сьогодні у нас зальчик. Вот это моє піаніно. Шел второй час, Максим рассказывает анекдот. Там по бутылке, по второй, короче. Ну и в общем все это заканчивается такой, значит, хорошим вечером, значит, с оргией. Спустя месяца три. Снова эти две подружки встречаются. Это то. Все так плохо. Значит, там, работа задолбала. Забула начало уже, Макс. Друга. Пускай в ней так мало света, нам светит.